Поиск сокровищ, арт-базар, творческие мастер-классы, кино под открытым небом и многое другое ждет посетителей музеев в эту субботу. Старый Оскол вновь присоединился к акции «Ночь в музее». Хранители не раскрывают всех секретов, но обещают, что скучно не будет никому. Подготовка к ночной акции в художественном музее идет полным ходом. Главным событием станет поэзия живописи – персональная выставка художницы из Москвы Ольги Тихоновой. Стены музея уже украшают 30 ее полотен. Яркие натюрморты, дышащие жизнью пейзажи, очаровательные портреты. В каждой картине отражение того, что вдохновляло автора на такое светлое творчество. Когда художник слушала музыку, когда она читала стихи или литературные произведения и вдохновлялась тем, что она видела и читала в этих произведениях. Поэтому и не случайно выставка носит такое название. Она проникнута такой душевной теплотой, любовью к природе, любовью именно к российской природе, любованием этой природы. То есть я думаю, каждый зритель найдет здесь любую картину, так сказать, одну из картин, которая будет ему действительно по душе. На открытие выставки приедет сам автор работ. После презентации столичная художница поделится секретами своего мастерства. Ольга Тихонова сама лично будет давать мастер-класс по акварели для всех желающих, для детей, для взрослых. Материалы будут предоставляться всем желающим. Если у человека есть желание что-то нарисовать, то все получится. Староскольцев также ждут мастер-классы по гончарству, глиняной игрушке и кукладелию от местных умельцев. Двор музея украсят детские рисунки, а настроение будет создавать живая музыка. Начало праздничной программы в 2 часа дня. А завершится она показом фильмов под открытым небом о староскольских ремеслах. Музей будет открыт до 22:30. Под покровом ночи свои тайники откроет и Староскольский краеведческий музей. Когда на город опустятся сумерки, здесь во всех окнах зажгут огни и распахнут для посетителей даже те двери, которые в обычные дни закрыты. Краеведческий ждет посетителей с 18 до 23.00. Полуношники отправятся на поиск сокровищ, поучаствуют в викторине, споют в караоке, своими руками сделают птицу счастья. Они смогут увидеть уникальные экспонаты из фондов хранилища, которые редко выставляют на обозрение. Еще много интересного организаторы припасли на десерт. Некоторые сюрпризы, они еще зависят не только от нас, но и от погоды, потому что мы надеемся, что все-таки погода окажет нам услугу и что-то будет показано еще дополнительно. В этот вечер вход в музей бесплатный. Марина Некрасова, Евгений Левошко, Ирина Чуликова, 9 канал.